И мне до тебя, где бы я ни была. Не то, что мы там простились, потому что я даже в это и поверить-то не мог. А когда нам позвонили, говорят, вы знаете, наверное, споет этот Билли Сос, Тамара говорит, ура! Вот мы аж подпрыгнули там. Потому что самая любимая песня, я даже больше скажу, я пока ее выучивал, мой 12-летний сын, он так скептически относится к тому, что я вот пою романсы, народные песни. Тут он слушал, как я разучиваю, и он так молча из своего угла. Хорошая песня. Очень человеческая, теплая, солнечная, потрясающая история. Сердцем написанная песня, да. Вообще удивительно. Белизной твоей. Женя прекрасно поет, и когда он начинает петь, такая идет эмоция, это потрясающе, и так замечательно у Жени на грузинском звучит голос. Я очень попросил Тамару, давай я спою на грузинском, а ты споешь на русском. На русском. Это была моя просьба. Это удивительно. Да, я сам этого очень хотел. Я подумаю, Боже. Когда талантливые, наверное, встречаются люди, и они чувствуют эту музыку, я думаю, что это не имеет никаких ни временных преград, и никаких преград. Ну, я счастлив, это честное слово. Я уверена, что все прильнули к экранам. Им интересно услышать, как же будет звучать этот дуэт. Тамара Гварцетели и Евгений Дятлов. Песня «От Тбилиси». Недав садари скидевца, удзиро дурчи халаси, стореди сети рогушения. На ярыви цар сулис, нам гревинари каласи, чагара сами чемок жени. Такой лазурный небосвод сияет только над тобой, Тбилиси, мой любимый и родной. И нарехалась здесь стоит, как память старых прошлых дней, твою голову венчая сединой. Расцветай под солнцем, друзья моя, ты судьбу свою вновь обрела. Не найти в других краях таких красот, без тебя и жизнь мне не мила. Евгений Дятлов! Так что-то потянуло в Тбилиси. Как там было хорошо всегда. Юра, еще раз в микрофон.
Это что значит, Тамара? Большое спасибо. Вот, молодец, спасибо. Юра. Вы знаете, продолжаете, наверное, удивлять вы и нас, и конкурентов, и зрителей, и жюри. Я даже не знал, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Вот уж действительно доказательство того, что все пары хороши. Если даже Александр, несмотря на жесткую конкуренцию, признал... Саша плачет. Саш, ты плачешь? Да. Вы Тбилиси вспомнили, Саша. Я прав, у нас текут слезы у всех. Вот все, вот Лариса не даст соврать. Прямо нас развели на слезы. Искренне, вот мы все рыдаем. Это наша была цель, конечно же. Ну, посмотрим сейчас, что же скажет жюри. Начнем с самого строгого. Игорь Матвиенко. Да не строгий я никакой. 10 баллов. Спасибо. Тоже расстроились. Спасибо. Спасибо, Игорь. Я даже по этому случаю спою. Тополиный пух, жара, июль. Мы знакомы с вашим творчеством, Игорь. Слово Михаилу Сергеевичу Боярскому. Мне бы сейчас бокал грузинского вина, потому что ставлю 10 баллов. Спасибо большое. Спасибо большое. Сейчас Максим расплакался. Ну как там дальше надо спеть тогда? Интересно, что скажет Барбара. Сейчас. А сейчас? Что он пьет с бокалом вина, значит, за вино, а пьет воду. Это ложь какая-то. Да. Уже ложь, понимаете? Не по правде. В программе «Две звезды» вода превращается у в вино. У меня вопрос к Диане. Диана, не ревнуешь? Дианочка. Нет. Да, Дианочка, дорогая, не ревнуешь. Не ревнуешь. Я за искусство. Я за тебя ревную просто. Они мне так понравились. Я за тебя молюсь. Так ужасно понравились, что я извиняюсь перед Дюжером. Он подходит как-то лучше к Тамаре. Они так спели, что просто. Спасибо большое. Баллов не хватает. 10. Спасибо, Барбара. Вы сейчас за команду. Но все-таки, да, правильно говорит Тамара, что мы сегодня все-таки за команду выступаем, поэтому никому не обидно. Да. Пожалуйста, слово Илье Резнику. Я не устаю удивляться высоким уровнем мастерства наших исполнителей. Вот такое ощущение, что они все поднялись на вершину, и все там находятся на этой вершине, и даже на один шажок никто не хочет опуститься. Поэтому нам так трудно судить, и поэтому все время идут десятки, наверное, от радости, что у нас такая талантливая программа и талантливые исполнители. Я поздравляю вас, будьте счастливы. 10 баллов. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо большое. Я все время жалею и удивляюсь, что кроме десятков у нас нет... других цифр. Десятки, десятки, это скучно и несправедливо. Да, но, к сожалению, Барбара, справедливость — вещь относительная. Итак, дуэт Дятлов Гверцители, 40 баллов. Спасибо. Сейчас